Кто-то боится темноты. Я ее обожаю. Глаз сокола. Не знаю, что творится в оленьей голове, но туда привезли еще... Смотри, кто восстал из мертвых. Я рад бы поболтать, но тебя Элай ждет. Рад, что ты в порядке. Мы следили за тобой, помощник. Да, что ты понравился. Ладно, давай к делу. Я знаю, что случилось на юге. Теперь отец будет осторожен, и это хорошо. Мы здесь совсем выбиваемся из сил. Если так будет и дальше, вряд ли сможем продержаться больше недели. Отчаянные времена наступили. Нам требуется больше опорных пунктов, так что я отправил парней в туристический центр. Сектанты устроили там хранилище блажи. Но ребята попали прямиком в ловушку. Их взяли в заложники, и время у нас на исходе. Если я отправлю за ними еще один отряд, мы рискуем потерять все. Но ты... Тебя и дымщики не ожидают там увидеть. Помощник, только ты сможешь с этим справиться. Только тебе я доверяю. Я рассчитываю на тебя. Только тихо. Стоит сектантам понять, что ты рядом, они всех перережут. На столе лук, он тебе пригодится. Освободи наших людей. Удачи. Ты не из выживальщика? Молодость не остановит. Скотч – крайне полезная штука. Будь хорошей бомбочкой и не взрывайся раньше времени. Думал, он будет выносливее. Не размажь меня по стенам. В горах будешь обеспечен всем, чем нужно. Но я все равно буду за тобой приглядывать. До связи. Даже не знаю, стоит ли того вся эта возня. Отсюда никто не выйдет. Так вот, как я умру. Вот, опять. Мне уже надоели эти неудачники. Мне это снится. Двоих ребят схватили в туннеле глаз сокола. Это значит, их отправят в пасть дьявола. Мне уже надоели эти неудачники.
Крыша не получится. Думал, мне точно каюк. Прошу. Блин, тебя обнаружили! Пленных не брать! За церковь! Знаешь, Иван? Без... Еще один снаружи! На нас напали! Убить пленных! Не вижу! Я пошел! Вот, хватить грешника! Вытащи меня. Я спасен, спасибо. Пасть дьявола. Скорее, отправляйся туда. Худший день, Мэг. Не рассказывай, потому что я так глупо попался. Нас было больше. Всех забрали в пасть дьявола. Плохо дело. Двух ребят забрали к пасти дьявола. Если демщики нас обнаружат, это конец. Иаков готов на все, чтобы выйти на волчье логово. Если наши откажутся говорить, их сбросят с утеса. Пасть дьявола к югу от тебя. Гони, помощник. Дьявол велит тебе молчать, но Бог заставит заговорить. Они сами напросились. Хорош жаловаться. Наши. Пошел, пошел, пошел! Валить адемщиков — это дело. Я ли не молодец?
ваших людей, но ты сделал все, что мог. Наши явно воспряли духом, и, может быть, кто-то еще захочет к нам присоединиться. Черт, я знал, что Тэмми тебя недооценивала. Поздравляю. Теперь ты один из нас. У меня есть для тебя работа. Зайди в логово, как будешь готов. Отличная работа. Мы отнимем Уверского эти горы, я точно знаю. Мы перехватываем переговоры эдемщиков, и они не слишком счастливы. Теперь нас будут искать с вертолетов. Береги себя и не забывай поглядывать на небо. Всегда мнят себя героями. За что бы они ни сражались, они считают себя воинами. Они не воины, они дети. Ополчение Уайтэйл не солдаты. Они ничто. А их лидер, Элай, героя жалкий трус. В них нет силы. Они слабы. И станут добычей. Не знаю, что творится в оленьей голове, но туда привезли еще нитрата аммония. Может, я была с тобой немного резка. Я не извиняюсь. Просто признаю. Я не доверяю чужакам. Но Элай говорит, что ты ничего. Пока что я буду считать так же. Покажи, чего стоишь. И мы с тобой подружимся. Вот в чем дело. Уити хочет включить пиратскую станцию. Илай, он сказал, что это поможет координировать действия, но я думаю, он просто хочет ставить свою музыку. Мы так уж и быть разрешим. Беда в том, что он не может поймать сигнал. Нам сообщили, что сектанты глушат весь район. И сказали, каким образом. Похоже, два глушителя стоят на вышках, а третий у мобильного патруля, следящего за дорогами. Захвати две вышки. У нас будет сигнал, который покажет мне, где патруль. Я скажу тебе, где его искать. Сделай это. И, может, завоюешь мое доверие. Я рад, что ты с нами. С4 было бы проще.
испортишь глушилку. Ага, порядок. Дай мне секунду. Так. Третий глушитель на грузовике. На юге. На дороге к югу от тебя. Поторопишься, сможешь устроить засаду. Готовься. Едет. Есть. Витя должен обрадоваться. В отличие от тех, кто не разделяет его музыкальные вкусы. Может, ты заслуживаешь большего доверия. Если хочешь быть полезным, то в волчьем логове для тебя есть еще работенка. До встречи. Ты поможешь нам вернуть гору. Надо же, кто пришел. Ты, видимо, хочешь что-то сказать. Этот нытик, глава охраны шале, к счастью, плохо справился со своей работой и попал ко мне в лягушатник. Похоже, там тренируют верных. Если ты видел их в деле, то знаешь, насколько они жестоки. Ты знаешь, что Иаков учил их стрельбе на живых мишенях? Чтобы не было мандража после первого убийства. Эти ублюдки не ценят жизни тех, кто не вступил в их секту. Нужно убить их, как собак. Отправляйся в шале. Убей всех верных, которых увидишь. И заложи в шале взрывчатку. А дальше взорви это здание и преврати его в пепел. Как тебе идея? Спрятаться труднее, но так даже интереснее. Эй, есть минутка?
Вижу вертолет рядом. Это прям крепость, мать ее. Поможешь? Людей не хватает. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Знаешь, помощник, будь моя воля, ты бы был уже мертв. Но у Иосифа другие планы. И он хочет поговорить с тобой, так что именно это тебя и ждет. Не волнуйся, мои охотники приведут тебя к нему. Вот черт! Он опять устроил охоту! Будь осторожен! Его люди могут быть где угодно! Thank you.
Мы должны быть сильными. Они хотят этого. Нет, хватит. Я знаю, тебе больно. Бог дал, Бог взял, а? Но он испытывает всех. У меня была жена. Красавица, да? У нас должен был родиться первенец. Да мы и сами были детьми. И я был в ужасе. Боялся отцовства. Считал деньги. Она нет. Верила, что все образуется. Она всегда верила. Однажды она поехала в гости к подруге. Потом авария, и Бог взял ее. Меня повезли в больницу и оставили в палате с маленьким розовым комочком, утыканным трубками. Сказали, что я должен быть сильным, потому что малышка выживет. Господь сберег нашу дочь. Врачи оставили меня с ней наедине. И я смотрел на дочь. Такую беззащитную, невинную. У нее был только я. Никто из ниоткуда. Ни с чем. И в тот момент я понял, что это испытание. Бог указал мне путь. Оставалось лишь сделать выбор. И я возложил руку на ее головку. Склонился, вдыхая ее запах. И мы молились о силе и о мудрости. Я вдруг все понял, постиг Божий замысел. Я взял пальцами пластиковую трубку, прилепленную к ее ангельскому личику, и плотно сжал. Она начала бить ножками еще, еще. И все. Покой. Пустота. Господь дал, и Господь взял. Боль. Наши жертвы. Это часть испытания. Проверки нашей способности служить Богу. Чего бы он ни просил. Ты справился. Убьем слабых!
хорошо. Убьем слабых! Да, жертвуй слабых. Убьем слабых! Принеси свою жертву! Да. Неплохо. Убей, убей, убей! Ты не герой! Хорошо. Проверить, как у тебя дела. Тебя давно не было видно. Ополчению не помешает твоя помощь. Доберись до волчьего логова. У нас найдется, чем тебя занять. Теперь тут стало опасно.